Всем привет, дорогие друзья! Я продолжаю играть в Deus Ex Human Revolution. В общем-то, это основной сюжет. Я думаю, что если мы будем проходить сначала основной сюжет, возможно, у нас изменится вообще ход игры, активируются какие-то катсцены, и я не уверена, что мы потом сможем выполнить это побочное задание. Давайте начнем тогда с них. Раз уж так вышло, и я сразу не обратил внимания, что это основное задание, да. Сначала я выполню просьбу того парня, который хочет, чтобы мы забрали видеозапись из дома, где живет Тингл. Активно. После, что мы забрали материалы, при помощи которых он это делает. Сотрудник компании из Шарик Индустрис. Большие ворота какие-то. Жилой район. Чарльз Билдинг, наверное, сюда. А нет, район Дублинпорт. А как я узнаю, где Бруклинпорт? Еще бы. Представляешь вообще? Мы уже все там оцепили, и тут приказ не соваться. С каких это пор Дэвид Шериф нами командует? Ну, может, у них там какие-нибудь опасные вещества были? Да, скорее они там какие-нибудь грязные делишки проворачивали и хотели, чтобы их наемный коп с этим разобрался. Не надо было этого парня пускать. Этого парня, это они говорят о нас. Если я с ними поговорю, у нас не активируется другое задание. Дженсен, да? Мне один приятель рассказал, что там у вас на заводе Шарифа случилось. Что за бардак? Надо было тебе спецназ туда пустить. Полностью поддерживаю. У нас столько жертв среди гражданских было, что я не представляю, что может быть хуже. Не могу себе представить, о чем думали психи из движения за чистоту, когда туда сунулись. Мы тоже. Там, где головой крестик, возможно, туда. Как бы это цель, второстепенное задание. Район Бруклинпорт, дом нужно найти. Перед ним большие ворота какие-то. Нам нужно сюда, вот мы с дорогой к жилым районам. Что-то здесь какая-то разруха. Не похоже, что высокотехнологичный прогрессивный город. Телохранитель. Бомж. Я им не подопытный кролик. Никогда я не пойду на модификацию, чтобы только сохранить работу. Я им не подопытный кролик. Ну, мне кажется, каждый человек имеет право, хочет он идти на модификацию или нет. Действительно не подопытный кролик. Я тебя поддерживаю, мужик.
Господь создал вас по своему образу и подобию. Зачем же вы себя оскверняете? Смотрите, лицо такое же, как у секретарши в Industries. Ну, здесь много, наверное, похоже, здесь будем встречать. Рейсон мне подогнал крутейшее барахло. Вот теперь любители железа. У меня свое получше. Да. Грейсон, где он сейчас болтается? Чувак, ты где вообще был? Он уже не первую неделю барыжит на той заброшенной заправке. Что, реально? Я хотел кое-что для своего Зенита-10М достать. Ха. Он все это сделает по первому классу. Скажи ему, что ты от меня, мне за это будет скидка в следующий раз. Точняк. Вот еще два чувака, которые против. Железяк. Как они выразились. Чего надо, везунчик? Я знаю, где можно добыть хороший товар. Если интересно, конечно. Йоу, ты похож на парня, который знает, где достать всякое добро. Улучшение, оружие, все в таком роде. Вы похожи на конченых наркоманов. У нас полицейский участок, что ли? Большие ворота, нам сказали. Думаю, не заапгрейдить ли мне своего питбуля? Ну знаешь, киберлапы, киберклыки какие-нибудь. Будет у меня в боях участвовать. Собакофикация? Точняк! Надо это... как оно? Запатентовать. Да, точно, запатентовать! Запатентуем эту хрень! Вот для таких, как вы, бойцовских собак боятся. Несмотря на то, что их раньше использовали в боях, для того, чтобы они драли скот и участвовали в боях друг с другом, некоторые считают, что все-таки нужно поддерживать эту агрессию, так как у них, типа, очень много энергии. Это все неправильная дрессировка бойцовских собак. Я считаю, что не нужно это поддерживать. И еще развивать эту агрессию. При правильной дрессировке и воспитании бойцовских собак может быть добрым, четвероногим другом. Добрее, чем какой-нибудь лабрадор. Хотя, по поводу мощных челюстей, с этим, конечно, не поспоришь. Вот если такие дебилы берут бойцовских собак, вот они и делают из них собак-убийц. И потом все боятся. По статистике, в общем-то, немецкая овчарка идет на первом месте по укусам. Только психически адекватный человек, волевой, может воспитать бойцовскую собаку, а не такой придурок, как ты. Я имею в виду, как вот этот чувак. Вообще, правильно воспитанный бойцовский пес, он даже не нападет и не будет драть другую собаку, пока ему не скомандуют. Он будет просто защищаться. Нефиг меня с моей бандой подслушивать, чувак. А то еще кто подумает, что ты коп под прикрытием. Этот город — огромная сточная канава. И так будет всегда. Думаешь, это плохо? Ха, погоди, вот он протащит этот свой закон. Тогда весь Детройт выстроится в очередь за последние... Проклятые жестянки! Все они говорю, просто жадные до власти сволочи. Этот город. Он разделил его на богатых и нищих. Мир еще хуже, чем я думала. Я 10 лет хромаю. Разве у меня нет права на усиление? Нет. Даже если бы я это сделала, не взять деньги на эту наркоту. Нейрофобазин. Большие железные ворота. По-моему, это он. Тут мы не можем взломать. Достаточный рейтинг. Я не смогу туда перебраться. Может, здесь есть где-то переход.
люк. Будущие жестяные тираны. Нам на ту сторону пробраться. Да, будущие жестяные тираны, я согласна с ними. Потому что это дом. Не знаю, что они там творят, но это надо прекращать. Все эти зерна, пилы. Нельзя же так. Дорогая, что мне сделать, ты? Вызвать полицию? Оторви задницу от стула, постучи и спроси, не могут ли они сделать свою технику потише. Посмотри повежливее. Ну ладно. Но почему бы нам просто не пожаловаться коменданту и не вызвать полицию? Хватит уже про полицию. Ты знаешь, чем они там занимаются вообще? Так вот вызовешь полицию, они придут и попилят нас на куски. Ей-богу, надо хоть немного соображать. У нас сейчас, кстати, время тоже такое же. Напишешь заявление в полицию, его отложат в долгий ящик. Да еще сделай так, что ты виноват. Большинство полицейских показывает статистика и вообще показывает истории несчастных людей, подкупные. Не решаются вообще проблемы людей. Коррупция процветает. Так что я думаю, что не сильно отличается от этого мира, который мы сейчас играем. Что вызовешь полицию, они нас порежут на куски и вот. Нету у людей спасения, некому позаботиться о простом народе. Я не знаю, мы вообще туда зашли. Нам нужно на самый первый этаж. Я играю в темноте, поэтому могу ошибиться кнопкой. Вот. Это квартира. Взлом. Червь. Замедление. Это тип мы не успевали, нам помогла модификация, которую я нашла. Червь. Спасибо на этом. Давайте искать видеозапись. Значит, кухонька такая. Кран. Все время мы можем взаимодействовать с краном. Чего бы? Зачем вообще нам это нужно? Поехали пройти. Пистолет. Мы взяли. Так, у нас патронов нет. Сейчас нужно убрать. Ну, какую клавишу убрать? Убрать оружие на H.
потому что как бы на улице лучше не ходить, не пугать гражданских с пистолетом. Газета. Взрыв биологического оружия. Трагедия разразилась сегодня вечером в Лумилуке Джанкшн. Взрыв самодельного биологического взрывного устройства, организованный противником импланта, принял жизнь сотрудников Шариф Индустриес. Свидетели трагедии критикуют команду Таунсенда. За слишком медленную реакцию критики подчеркивают серьезные проблемы, существующие в департаменте, которые до сих пор обвиняются в ошибочных действиях при разрешении аналогичного кризиса в Максикантауне в прошлом году. Террористы на свободе. А сегодняшний захват заложников в Шариф Индустриес продолжает оставаться на свободе. Такое же это и будущее. Сейчас у каждого второго планшеты. Вот такие вот блоки. Вот в виде таких блоков будут газеты. В виде информации. Журналы, газеты идут на второй план. Помните, как в Гарри Поттере там в газете картинки двигались. Типа там магическое все. Так, карманный секретарь добавлен в журнал. Нужен этап для прочтения. Для прочтения карманный. Это жилье предоставляется на время операции. Обратите внимание на двери с кодовым замком. Код для него 1029. Особые товары для вас будут размещаться внутри этой комнаты. Код нужно запомнить. Вот нас сейчас кто-то спалит. Так, мы пока еще не нашли видеозапись. Я в темноте ищу кнопки. Еще одна дверь, все. Можно ее взломать. 10-29. Смотрите, давайте попробуем код ввести. Все намного проще. Так, у него здесь ловушка, чтобы если кто зайдет. Расшифровали данные. Уважаемые жильцы, мы установили и активировали новые автоматические ворота. Код для них 302. Ни в коем случае не сообщайте его ни жильцам. Ваша безопасность в ваших руках. Спасибо за сотрудничество. То есть здесь так опасно, что даже ворота на кодовых этих замках с паролем ставят. Сэм на этот раз капитально облажался. Мы ему говорили, чтобы он не дергался, пока ты чего-нибудь не придумаешь, но ты же его знаешь, он ненормальный. Сказал, что никакого риска, все прикрыто и все дела. Пошел прямо к большому Бену и жахнул его прямо вот так на улице. Он сказал, что там никого не было, но я по своим каналам выяснил, что там мог быть свидетель, местный барыга. Как узнаю, он такой, кто он такой, что знает, сразу отстучу, дело дрянь, босс, если... А не возьму Сэм, а он точняк расколется, нужно с этим что-то делать. В общем-то, это почта этого парня, который не хочет ему видеозаписи отдавать, не знаю. Еще одна дверь. Стрелы для арбалета. Стрелы для арбалета. Что это такое?
почему мы не можем знать? Слишком тяжело. Много-много ящиков, здесь он спит. Сейф, смотрите. Достаточный рейтинг. Не знаю, зачем мы отодвинули этот ящик. Думаю, что там что-то спрятано. Академия доверия акционеров. Хотя общественная была настроена против частных военных компаний, нужда в них только обострилась. Вакуум заполнял Роджер Сент-Джон Фокс, основатель, генеральный директор компании Голдстор Ассошиенс. Теперь название-то какие. Снаряжение от места для выбранного предмета. Дробовик. Автоматически я вижу. Может выбросить вот этот дробовик. А этот возьму, если уж нет места. Тут сейф, там, мне кажется, записи, столько было. А, то есть мы не в квартире? Мы вообще квартиру какого-то другого человека взломали. Чего тогда тут так долго делаем? Нам надо еще ниже спуститься. У каждого здесь, смотрите, бомбы на входе. Если кто проникнет в квартиру, все боятся. Какое страшное время они живут. Еще одна квартира с паролем. Тут у каждого виден пароль на квартире, чтобы никто не мог попасть. Все друг друга взламывают двери, перепрограммируют все, что не лень. Access denied. А, мы не смогли взломать. Давайте еще раз попробую. Система заблокирована, нам нужно подождать 20 секунд. Этот замок сложнее, чем те, что мы взламывали. Так, ждем. И взламываем снова. Почему сразу же не активировалось, не понимаю. Access granted. Так, мы расшифровали, просто разблокировали. Открываем. Ищем. Такая же кухня. Холодильник. Так, нам доступны какие-то улучшения.
Блок анализа взлома. Эффект сбор данных об узлах для перехода к действию. Уверен, что хотите активировать эту модификацию. Блок анализа взлома. Я вот не знаю. Смотрите, мы не все можем взломать. Нужно нам это. Так, эффект снижает шанс обнаружения на 30%. Ладно, снижает обнаружение, скрытность, если мы что-то взломаем. Наверное, это нам пригодится. Так, опытка. Тоже те же новости, все читают. Массовой информации по поводу захвата заложников в Детройте. Открыл дверь нараспашку. На место прибыл Уильям Такер, знаменитый писатель и основатель Фронта Человечества, организации, выступающей против имплантов. Таггарт выступил на площадке аэропорта округа Уэйн и сказал, что атаки — это... События, достойные глубочайшего... Надежда на будущее прошлое, на будущее Детройта. Наш город принято считать находящимся в упадке, полным противоречием между расами, между богатыми и бедными, между людьми и модифицированными. Детройт так и не оправился после краха автомобильной индустрии и нефтяного кризиса, однако позволили мы поставить на нашем городе крест. Дед Шариф надеется, что Детройт сможет стать новым маяком, моего возрождения будет образцом для подражания других городов США. Этот разговор был автоматически сохранен в журнале. Налетчик Брайан, ты там? Я знаю, что ты там. Плохая идея, нужно быть осторожнее. И там вообще, я заплачу. Что? Думаешь, меня можно так вот кинуть? Полный карман. Заправку тут на улице. Давай быстрее. Ну же, чувак! Мне нужен НПОС! Твою мать! Ты еще кто? Какого хера он сюда приперся? Это потому что я тяру включила. Ну ладно, выключу. Я не дочитала. Сейчас сохранюсь и дочитаю. Что здесь этот панк забыл? Налетчики совсем нехорошо. Соседи могут копов вызвать. Нужен без вариантов, пожалуйста. А, полный карман приятель, но нельзя же на человека давить вечно. Все понятно, никого не любит. Я должна рыться. Вещах. Тут у нас ванная комната. Что, мы опять не в эту комнату, что ли, зашли? Не в эту квартиру. Записи на компьютере Тиндал не оказалось. Он носит их с собой. Однако, если верить полученное письмо, должен встретиться с кем-то заброшенной заправкой на второй улице. Если я хочу вернуть запись, придется помешать этой встрече. Короче, все в задании понятно написано. Мы можем его обыскать. Обыск. Карманный секретарь добавлен в журнал. Сейчас мы его спрячем здесь, в ванную. Чтобы не пугать гражданских, что здесь, в общем-то, перестрелка была. Вот я возьму с собой грузовичок-то автоматически. Так, значит, нужно выйти отсюда. Так.
0002. Вот мы можем кому рассказывать, а мы, в общем-то, нарушили безопасность этого дома, мирных жителей. Вообще ничего плохого, ну-ка, я закрываю с собой дверь. Адам Дженсен. Встреча находится так, здесь недалеко. Вот, встретиться с Тиндалом. Нужно, как бы, помешать их не встрече. План такой. Вот здесь за углом, думаю. Вот эта встреча. Этот мужик. Приветствую. Да. Вы, видимо, Адам Дженсен. Меткое наблюдение. Похож на Хитмана из прошлой части. Поймите меня правильно, но вас крайне сложно не заметить. Будем считать это комплиментом. Она сказала, что у тебя может быть информация о деле Меган Рид и об атаке на штаб-квартиру шерифа. Боже мой, что за бардак? Просто черт знает что. У нас были указания от трех разных ведомств. Федералы на хвосте. Нас прессовали со всех сторон. В общем, настоящая мясорубка. Это очень важное дело, да. Миссис Рид сказала, что, на твой взгляд, были нарушены какие-то процедуры. Вы верно поняли. То есть вы сами знаете, вообще задание другое. Бывает. Матери. Миссис Рид говорит, миссис вы раньше были копом. Нередко случается, что лентяи и полицейские облегчают себе жизнь, но тут... Тут было по-другому. В смысле по-другому? Слишком многое упустили из виду. Люди спешили с выводами, и каждый раз, когда я пытался настаивать, начальство на меня давило. Они хотели разделаться с этим по-быстрому. Это всегда плохой признак. Ты можешь выражаться конкретнее? Ну да, потому-то вы и понадобились. Есть пара зацепок, с которыми я так и не разобрался. Начал было копать, но от этих правительственных агентов мне как-то не по себе. Я испугался. За несколько месяцев до увольнения мне не хотелось облажаться, но вы... У вас наверняка есть возможность докопаться до истины. Давай, выкладывай. Во-первых, говорят, что приказ прекратить расследование был спущен с самой верхушки. Может, даже не из местного ведомства. Подобные вещи должны происходить через капитана Пена. И какие-то следы могли остаться у него в компьютере. Похоже, придется заглянуть в участок. Да, да. Так, что еще? К этому делу был приставлен офицер Чет Вагнер. Он у нас, знаете, на мальчика Хариста не тянет. Так что, когда дело отдали ему, я сразу заподозрил неладное. Кто-то его привел, и с уликами быстренько разобрались по-свойски. Советую поговорить с ним. Узнать, что ему известно. Отлично. Схожу поболтать с офицером Вагнером. Скорее всего, вы найдете его в приемной. Его понизили в звании за нарушение дисциплины. И сейчас он снимает показания. Его не просто расшевелить, но этого парня всегда есть за что цеплять. Его кабинет на третьем этаже. Там наверняка найдется что-нибудь, чтобы развязать ему язык. Что-нибудь еще ценное? Да. Когда поступил приказ закрыть дело, все, что мы накопали, ушло в хранилище. Возможно, там вы найдете что-нибудь интересное. В переулке сразу за участком. Код 40-48-91. Но доступ туда есть не только у нас. Так что смотрите, осторожнее. Спасибо за помощь. Ха, да не за что. И еще... Когда будут новости, не стоит приходить с ними ко мне. Вы поймите меня правильно, я всегда рад помочь, но... Меньше знаешь, крепче спишь. В общем-то, я случайно активировал другое задание. Помочь его бывшей девушке. Матери его бывшей девушки. По поводу расследования ее смерти, там было много нестыковок. Это бывший полицейский, и очень странно нам показалось сначала, что он работает в охране. Это потому, что, видимо, когда он пытался давить,
на начальство, чтобы выяснить причины, копнуть глубже, то есть все-таки довести дело до конца. А там, видимо, делать-то нечисто, возможно, опять махинации, коррупции, преступность с высшей властью завязана. Поэтому они-то и не хотят, чтобы чужие сували свой нос. Он, по-моему, по собственному желанию уволился, потому что этого все не устраивало. И его напрягали эти агенты. Возможно, они работают жестко, и он решил с ними не связываться. И, видимо, он переживает, что даже не хочет, чтобы мы ему говорили по поводу того, что мы там накопаем, не знаем информацию. Боится за свою жизнь, тем более в такие времена его можно понять. Он имеет полное право как бы этим не заниматься, это его желание, потому что он уволился. Давайте узнаем побольше информации. У стороннего агента мог быть доступ к хранилищу. Ты сказал, что еще у кого-то есть доступ к хранилищу? Это как? Ну, я видел... То есть я слышал, что агенты правительства могли припрятать и более важные улики в сейфе, который стоит в хранилище. Да ладно тебе, Чейз. Ты что-то не договариваешь. Боится. Поэтому не договаривает. Зараза. Ладно, слушайте. Я уже совался в хранилище и нашел код от сейфа. Но меня застукал один из местных парней. Он знает, что я знаю, Дженсен. Если я дам вам код, они поймут, что я проболтался. Считайте меня пессимистом, но меня такой расклад не радует. Поэтому он и уволился. Поэтому он не хочет и вообще связываться с этим делом. Не без разницы вообще, что мы там найдем. Явно что-то незаконное, что-то мрачное. Он даже не хотел нам рассказывать, что, в общем-то, он даже узнал код. Зачем тебе было уходить зачем с полиции? Зачем тебе было уходить из полиции, а потом идти в охранники? Ну, в смысле, мне кажется, что тебе нравится такая работа. Мне нравилась идея быть копом. С самого детства я мечтал служить в полиции. Но с меня хватит. Я совсем не так это представлял. Это работа. Кто-то работает хорошо, остальным наплевать. Оно и видно. Это дело, дело шерифа, оно стало для меня последней каплей. Я могу вам объяснить его политику. Он хотел работать хорошо, но ему не давали люди, которые замешаны в самых законных делишках. То есть не хотели, чтобы он сувал свой нос на свое дело. Типа работай, получай зарплату и стандартные вопросы задавай. Иди туда, куда мы говорим. И... как бы держали его в рамках. А он хотел работать честно. В наше время, даже если человек в государственной организации захочет работать честно, все будет выглядеть именно так. Его ограничат в том, чтобы он не лез не в свое дело. В наше современное время примерно все так и выглядит. Все друг друга подкупают. Везде все только через знакомых. То есть, по-честному, большая редкость, что у нас что-то выполняется по совести. Потому что даже если человек сам захочет сделать это по совести, ему пригрозят. Прям какие-то 90-е, но это реальность. Реальность, закрытая красивой упаковкой. А дальше будет только хуже. А ты это как в это вляпался? А ты-то как в это вляпался? Я не стремился туда, если вы об этом... Честно говоря, я вообще не хотел в этом участвовать. Почему нет? Я был честным копом, Дженсен. Я старался вести себя согласно законам, инструкциям и тому, что казалось мне правильным. Не совсем то, что требовалось для этого дела. Так, ну мы, в общем-то, узнали все, что нам нужно. Можем идти. Это все, что мне пока нужно. Хотел сначала выполнить одно задание, потом переключиться на это задание. Вот. Но я, видимо, не обратил внимания, перепутал, активировал еще одно задание. Но думаю, ничего страшного не случилось. Мы по пути зашли сюда, к этому бывшему полицейскому. Обновилась, кстати, информация по поводу материнской заботы.
Нам нужно найти полицейскую камеру хранения, по словам Чеза, все найденные вовремя расследования улики полицейский департамент отправил в камеру хранения для старых архивов после того, как делом занялись федералы. Нужно найти эту камеру, посмотреть на улики и отправиться в приемную полицейского участка. Так, отправиться в приемную. Там, видимо, какие-то подозрения вызвали. И Чес подтвердил подозрение Кассандры, матери доктора Рид, его бывшей девушки, бывшей, потому что она погибла, что с расследованием что-то нечисто. Он посоветовал пообщаться с одним из полицейских, его зовут Чет Вагнер. Мы найдем его в приемной участке и найти кабинет капитана Пэна. Он приказал о прекращении расследования, пришел в департамент с самой верхушки. Если это действительно так, то копия этого приказа может найти в компьютере капитана участка Джефферсон Драйв. Пора взглянуть на второй этаж участка и найти кабинет капитана Пэна. Я сначала занимаюсь активным заданием. Нам нужно встретиться с Тиндалом и помешать встрече. Это вторая улица. Если мы хотим вернуть запись, нам нужно помешать этой встрече. Сейчас я выйду на улицу и буду ориентироваться по карте. И туда пошла. Охраняет. Этот охранник ничего не делает, просто сидит и протирает стул. Тут нужны вообще экипированные полицейские спецназовщики. Потому что здесь только преступности, каждый второй может взломать твою квартиру, очень опасно жить. Очень много целей, как видите, поэтому я сейчас могу наткнуться не на то задание, нужно быть внимательней. Вот, встретиться с Тиндалом. Кто из них Тиндал? Погоди-ка. Ты же не коп, верно? Забудь все, что слышал. Не бойся, все хорошо. Это нужно мне для защиты. А, вот он. Дженсен? Что ты тут делаешь? Я думаю, ты догадываешься, что мне нужно. Тиндал, я хотел бы получить обратно записи с Кареллой. Я не понимаю, о чем ты. Я начальник службы безопасности Шариф Индастрис. Будь уверен, мне несложно выяснить, что записи систем безопасности были изменены. Так что не надо ля-ля. Вот, блин. Не надо ля-ля. Слушай, Дженсен, я не хотел, чтобы все так повернулось. Слушай, я не из плохих парней. И Карелла мне нравится, честно. Но иногда ради хорошего дела приходится запачкаться. Ага. Значит, это теперь называется хорошее дело? Ну да, конечно. Ты думаешь, что я это добро продаю? Понимаю. Со стороны это выглядит прозрачно, особенно для бывшего полицейского. Только поверь мне, не стоит судить о вещах по первому впечатлению. Я не продаю нейропозин, я его раздаю просто так. Просто так? Кому? Тем, кому он нужен. Ты думаешь, все модифицируются по собственному желанию? Нет! Всякое случается. И что тогда? До конца жизни сидишь на нейропозине, а он вообще-то денег стоит. А выбор? Выбор какой? Без этого средства тебе конец. Синдром отмены. Насильно заставляет набирать импланты. Так не должно быть. Так что я сделал то, что считаю верным. Взял на себя ответственность. Кстати, мы с ним согласны. Я думаю, что Адаму Дженсону намного более серьезные вещи и страшнее вещи хотелось сделать и запачкать руки еще сильнее, чем этому парню. Не все люди хотят ходить с имплантами. Посмотрите на окружающий мир. У них нет средств для того, чтобы покупать этот нейропозин. Поэтому я с ним согласна. Может, это и достойно уважения, но шантаж есть шантаж. Карелла хочет завязать с этим, и я планирую ему в этом помочь. Слушай, у меня и так куча проблем уже из-за этой истории. Ко мне тут уже пристали два местных барыги. Утверждают, что моя благотворительность плохо сказывается на их выручке. И это еще не все твои проблемы. Чуть раньше тебя в квартире ждал вооруженный клиент. Серьезно? Прямо в квартире? Черт, эти двое его послали, точно. Вот что я тебе скажу. Клиентом я потом займусь. Слушай, разберись с барыгами, и все записи твои.
Ладно, поможем ему. Окей, помогу тебе. Но не вздумай мне мозги пудрить. Дженсен, ты слишком хорошо обо мне думаешь. Я же не мафиози какой. Я техник службы безопасности. Так вот, наркоторговцы, известные как PG и BK, обычно ошиваются в переулке около баскетбольной площадки. Сделай так, чтобы я больше их не увидел. Сделка есть сделка. А мы можем их нейтрализовать? Может, нам не хочется сейчас убивать их? Предлагаешь мне убить их? Ну, это крутовато, правда? Хотя выбор за тобой. Главное, чтобы они меня больше не трогали. Помни, надо решить вопрос с обоими. Если будет возможность, я их просто нейтрализую, хотя они снова будут, видимо, не выключать, так что придется ручками запачкать. А ради такого дела... Я согласна. Люди имеют право выбирать, если они не хотят носить эти дурацкие импланты. У них нет выбора. Он похож, конечно, на барыгу, но он торгует не наркотой, а это, видимо, средство для того, чтобы импланты отторгались. То есть, а как они их потом вытаскивают путем хирургического вмешательства, наверное, это тоже нужны деньги. То есть, сложный вопрос. Наверное, опять к каким-то подпольным врачам обращаются, не знаю. Вот двое наркоторговцев. Все поблизости находится. Сейчас непонятно. Просто подкрасться. Так, в конце улицы. Вот здесь за углом у нас находится два наркоторговца. Это они, что ли? Слыхал, что говорит Лазарь? Эта страна разваливается на части, парень. Штаты больше не хотят быть соединенными. Это не они? Разобраться с двумя наркоторговцами. Где вот они? Окей, я думаю, запись у Кинвелла, значит, нужно забрать лично. Нам что, нужно их убить из пистолета? Странно. А они, наверное, на крыше. Скорее всего, на крыше. Как мы можем туда подраться? Нужно попробовать подняться на самый верх. Так, через окно, что ли?
это здание соединено. Так, я не долечу до туда. Пусть попробую через окно. Что, теперь мне нужно идти на крышу? Через это здание я никуда не попаду. Они что ли, нет? Непонятно. Если эти козлы из трущоб попробуют на меня наехать, огребут по полной. Ближе не подходи. Просто уйди, и ты не пострадаешь. Не советую приближаться, полуробот! Блин. А где прицел-то? Все-таки здесь неудобно стрелять. Я пришла к такому выводу. Если эти злые с трущоб попробуют на меня наехать, огребут по полной. Вот как? То есть? Да вот. Почему мне лечится? У меня же есть лечилки. Нету. Патроны, карманы, секретарь взяли. Эти наркоторговцы, они недобрые ребята. Они бы его покошили. Куда бы нас спрятать? Можно взломать? У них, кстати, видите, искусственные руки. Обоих причем. Видимо, они этим довольны. На этот раз активисты фронта человечества преградили. Все то же самое, новости. Бутылка пива, по-моему, и мы можем лечиться или нет. Или можем просто бухать. Пистолет. Мы не можем взломать. Что у нас по заданию? Посмотри на себя. Ты что-то вроде суперсолдата? Про них говорили по радио. Лазарь, слыхал, что говорит Лазарь? Эта страна разваливается на части, парень. Штаты больше не хотят быть соединенными. Это два барыги.
у них еще и здесь друзья есть. Я думаю, что все так легко, оказывается, нелегко. Чего он тормозит? Почему он не может бежать долго? Причем как долго перезаряжается, блин. Я не вижу прицел. Я не вижу, куда он стреляет. У нас вообще нет нигде патронов. Выполнили задание, что ли, нет? Так, они его больше не побеспокоят, нужно вернуться к заправке и рассказать ему об этом. Блин, как можно вот так на бум целиться? Чем тебя на меня нападает, как господи? Я их не трогала, это этот тех наркоторговцев хотел убить. Мы все тут вырезали. Я тебе уже все сказал. Если хочешь получить от меня записи системы безопасности, сперва разберись с барыгами, которые на меня насели. Мы вообще-то разобрались. Я разобрался с наркоторговцем, и теперь давай сюда записи. Спасибо тебе, Дженсен. Я понимаю, ты это не от всей души сделал, но моя задница теперь спасена. Держи свою пленку. Я понимаю, что ты хочешь как лучше. Я выведу тебя на кого-нибудь. А спорить, сам знаешь, я это не ради тебя сделал.
Давайте ему поможем. Давайте поможем людям, которые не могут купить себе это средство. Он такими грязными делишками, какими-то не самыми ненадежными способами вот связался с этими барыгами, которые хотели его убить и кинуть. Слушай, Тиндал, я знаю, что ты стремишься к справедливости, но мы должны действовать в рамках закона, иначе получим хаос. Я выведу тебя на кого-нибудь в Шариф Индастрис. Возможно, получится достать тебе нейропозит для тех, кому он нужен. Серьезно? Ты это сделаешь? Ого. Вот уж не ожидал от тебя, Дженсен. Спасибо. Я очень ценю это. Извинись за меня перед Кареллой. Этот Шариф, глава корпорации, тоже темная личность, поэтому я решила, что стоит ему помочь. Тем более это как бы для благого дела, чтобы он не путался с барыгами. А некоторые простые люди вообще боятся из дома выйти. А им этот нейропозин нужен. Как же им жить-то? Не знаю, может, это лекарство тоже может и психику, нервную систему разрушить, но... Он нам сообщил, что все-таки не все хотят импланты, значит, им насильно их внедряют, а мы это не одобряем. По этой причине я решила ему помочь. Давайте теперь возьмемся за другое задание. Запись камеры у меня, теперь можно это отнести в офис. Он сказал, что будет ждать меня перед входом в метро. А тут недалеко, в принципе. Вот он. Ты уже достал записи? Адам, прошу тебя. Ты просто обязан их вернуть. Я ничем не обязан, в общем-то. Я ему помог. Нужно было сначала просто спросить, обязан ли вернуть. Запись у меня. С тебя причитается, Тим. Да уж, это точно, Дженсен. Это же... Это, считай, моя жизнь ко мне вернулась. Вот. Оружейная модификация, как я и обещал. Я знаю, что у вас была благая цель. Слушай, я знаю, что у вас была благая цель. Я все понимаю. Но такие вопросы нужно решать должным образом. В следующий раз тебе может не повезти. Да, ты прав, Адам. Я знаю, что ты прав. Слушай, спасибо тебе еще раз. Выполнили задание. Что у нас там с прокачиванием персонажа? Проксис нам даже не добавили. Ох, зараз такие. Давайте довыполним материнскую заботу. Найти полицейскую камеру хранения, отправиться в приемную полицейского. Найти офис Чета Вагнера. И найти кабинет капитана Пэм. Нужно это все выполнить. Сначала нужно найти полицейский офис. Ой, господи, а ты что тут? Слушай, а что он тут делает? Сэр, уберите оружие. Мы уже достаточно поработали в эту ночь. Я убрала. Разве нет? Я же убрала. Ну, не на виду у меня это оружие. Я не активировала что-то задание-то. Так, давайте смотреть. Вот у нас полицейский участок. Через жилые районы, самый верх, за угол, и там у нас достать нейронный узел мертвого террориста. Давайте сначала в полицейский участок приберемся, потом уже будем по основному сюжету. Много у нас тут заданий добавилось, потому что мы обращаться уже народу. Мы пришли через жилые кварталы.